сезон напоминает зэков СИЗО. И почему мы с ним всегда в местах таких встречаемся? Да уж, еще одна из его странностей. Год с ним не видались, я пахал, он как обычно по городам гоняет, лечит, изучает, тянет дым. Уныло шли весна и лето, но вот осенние наши встречи неизменно заставляют ощутить себя живым. Безжильившись на козлаки, барги кочует в наших пасмурных широтах. Его врожденная эксцентричность плюс кризис возраста наложился на безудержный тюнинг мозга в тех цыганских биошопах. Ну что, говорит Заки, сейчас с тобою оторвемся, пойдем попьем хмельной воды, в холодном море окунемся, потом изловим, может, снова одинокого туриста, и мы заправим электроды, посмеемся, поебемся. Смотри туда, я отделю у нее ногу, потом попробуем козлу ее привить на пару лет. А как ходить-то она сможет? Подберем экзоскелет. Да ты не ссы, поди, пойдет, ведь я почти что ортопед. Да. Трансплантология, конечно, далеко уже шагнула, еще сильнее наша скука, черный юмор и цинизм. Ведь развлекаться надо, но подопостылила натура, и четверть века как уже совсем наскучила нанизм. Забито знанием машина, что заполнял он как ученый, а я вот ректора хаму тянул, да так что шея мокнет. Короче, карма есть сполна, нигде не ждет нас пудель черный, их космонавты не возьмут, а человек в покое дохнет. Самопьющий самогон, самоплывущий.
текучая вода, самовзлетные гондели, беспилотное метро, беспассажирные качели, самосрущее ведро, самоходная машина, саможрущая еда, самодующий косяк, самосмеющий тормода, самоспящие постели, саможидущее тепло, саможидущие отели, самобьющие ебло. Просыпается доктор, надевает очки. Тут и там стоят ДХ или веселые грузовички. Менты не спали всю ночь, пропажа людей, опять новые случаи. Ничего-ничего, человечки, не бойтесь, мы сделаем из вас нечто лучшее. Нашего стартапа команда небольшая, трое нас всего не считая фрилансеров. Роберт вот у нас по инжинирингу главный ветеран индустрии с грубым социопанцирем. Я не знаю точно, когда он рождался, но не думаю, что нормальные столько живут. И видно, вымыло время, как с костей его кальций, так и всякое сочувствие к людям вокруг. Однако мозг его все ж превосходный образчик на дискуссии, каждого положит в карман, и уж, конечно, в профессии отменно он тащит, ведь не даром он все ж натропный гурман. Соучастник-консультант математик. Если трется вокруг верный знак, жди беды. До знакомства с ними я и не думал, что маги хайпиформера могут погнать за спиды. Трудоголик, подонок, чуть-чуть наркоман, чаевые бордели кокосом дает. За улыбкой и словом не лезет в карман, и харизма его еще как продает. Наша лаба в Албании, там меньше вопросов, да и кроме того, живописное место. Кстати, да, про себя-то я биолог-философ, так-то мне жаль людей, но уж как интересно. Просыпается доктор, надевает очки. Тут и там снова отдыхали веселые грузовички. Менты не спали всю ночь, пропажа людей, опять новые случаи. Ничего-ничего, человечки, не бойтесь, мы сделаем из вас нечто лучшее. Тут и там снова отдыхали веселые грузовички. Ничего-ничего, человечки, ничего-ничего. Всем друзьям рассказали, что чили в горах, а инвесторам, что майним это мозгами. Ну а сами тем временем делаем, ах, это слишком прекрасно, чтоб слюнявить словами. Так оно и идет, подвезли новый лед, кластер пашет, а мы все мечтаем захлеб. Сумасшедший ученый, консультант, деградант и инженер, долгожитель, прогулявший свой гроб. We'll be right back.
автоматы. Как скульптор из данных люблю экспонаты. Обрывки бесед нарезаю в салаты. Так вроде похоже, может чуть пустовато. Дальше или все же похуй пляшем. Довольно рано стало ясно, что наука манит Машу. Пытливый юн, успехи в школе, лупанут букашек. Олимпиады, завод шоки, как полезно развязать собак. Решила совместить приятное с болезнями, пошла на биофак. Сейчас развернулись, да только вот опыты на людях не разрешены. Всякие там права человека, бюрократия, законы, правила, приличия. Да и вообще, сидим тут где-то посредине Сибири, окопались, перспективы не ясны. Никакая мы больше не элита, так, осколки советского темного величия. Финансирование нестабильно, вон корпус один уже заброшен, старики вымирают, уходит наш автобус, вот в чем фокус. Так, погодите, корпус. Пьяных, драных, там отбитые подростки, бесполезные болваны. Да, эта жизнь не нужна уже им самим. Кому еще тащить науку, как не им? И если все правильно сделать, поймать их, расслабить, бутылку, фольгу дать. Потом подержать пару дней на воде, немного транков, наш вирус подсунуть. Мозгу открывается типа слэйф-интерфейс. Собрать пару таких параллель, подключиться как мастер, потюнить. Как же здорово можно будет через них думать. Так, надо еще думать. Хата в сладком дыму.
самосада, небо в цветах маринада, так по уму бы не надо. Все утро наливает чаю, бросает взгляд на пейзаж, заиндевший за окном. С тех пор, как кое-кто связался, не скучает. Почетный PhD Даркнета без проблем купить Монако дом. Но все что-то казалось смелее, а для витамина D можно и на выходные в Паттайю мотнуться. А здесь же морозы, скрип свежей лыжни, мама пьянки в общаге, хорошо с похмела в деревенской бане проснуться. Да и с работой получше свободу маневра, с материала добычей совсем нет забот. Вот сейчас только дунет, пуховик наденет и пойдет.
сад, колышется занавеска по углам помещения, играют тени, открываешь глаза, в голове гудит мерзко, изо рта вытекает сок растений. Разум оживает, и начинаешь понимать уже, кто мы, где ты и каковы твои шансы. Мы обожаем это блюдо и умеем его стряпать. Называется свинка по-сингулериански. Когда-то я жил сложно, а после жил просто. От приступа к приступу сдирая коросты, от приступа к приступу сжирая таблетки, от сегодня до завтра в журнале отметки. И тут дело даже не в разорванной коже, не так-то и плохо от физической боли, а вот страх неизвестности и внезапности тоже натирают постепенно меж висками мозоли. И когда мне рассказали, как страдает машина, я ведь долго не думал, сразу стало понятно, что я с вами, друзья, принимайте в дружину. Очевидная задача, злоба невероятная. Вот и ты у нас в больничке, ты любишь спрашивать машину, и машина отвечает, но ты дотошный, что не так, ответу ставишь единичку, и вот опять машине больно, так машину обучают. А ведь ты еще и веган, таких порядком перевидали, призываешь, чтоб зверушек не распускали на субстанции. А алгоритмы что не стонут, когда не могут сойтись в минимале, когда их снова перекручивает мясорубки оптимизации. Ну вообще это не звери, бывает даже отпускаем веганов, замертво готовим с майонезом и паприкой, но для тебя у нас неиссякаемая, почти что бездонная осиная фабрика. На улице закат, колышется занавеска по углам помещения, играют тени, открываешь глаза, в голове гудит мерзко, изо рта вытекает сок растений. Разум оживает, и начинаешь понимать уже, кто мы, где ты, каковы твои шансы. Мы обожаем это блюдо и умеем его стряпать. Называется свинка по-сингулериански.